актрисе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Людмиле Борисовне Карагеур. Указом президента Владимира Путина присвоено почетное звание заслуженной артистки России. Документ опубликован на портале правовой информации. Ее театральная карьера на севастопольских подмостках началась в 1961 году. В течение 15 лет она была ведущей актрисой Казанского государственного академического большого театра имени Василия Качалова. В 1987-м Людмила Карагеур вернулась в Севастополь и продолжает выступать по сей день, пользуясь искренней любовью зрителей. В нынешнем году на малой сцене театра имени Луначарского состоялась премьера моноспектакля «С ярмарки» по рассказам Шалом Алейхема с участием актрисы. 2 года назад она отметила 85-летний юбилей. Этому событию посвящен документальный фильм независимого телевидения Севастополя «Людмила Карагеур. Жизнь, отданная сцене».